Что, мы на следующей неделе увидимся? Не знаю. Нет, наверное. Завязать я хочу. Приняли меня недавно. Задумалась. Не об этом я мечтала. А о чем? Картины писать хочу. О выставке своей мечтала всегда. Мамку не видела давно. Съездить к ней хочу. Может, и Библию начала читать? Может, и начал. Был у меня в тюряге один, сокамерник. Все рассказывал мне, всякую хуйню с Библии. Говорил, мы все можем в жизни поменять. Даже смерть выбираем. Заебал он меня. Я его ебнул. Мразь ты. А я вот не хочу быть больше проституткой. Ты что считаешь в жизни, ты что-то выбираешь? Да. Да, может, и не сразу. Я не родилась проституткой. Мне сначала нужно было родиться в усраном или высраном квартале, где разит мочой. Где каждый второй, сука, ублюдок, алкоголик и наркоман. Потом пойти в школу, где учителя на протяжении 10 лет унижениями выбивают из тебя последнюю надежду стать нормальным человеком. Потом идешь к родителям рассказать обо всем, а они не слышат тебя, понимаешь? Между ними уже давно стена непонимания, они себя уже не слышат. А потом, чтобы не сойти с ума, ты принимаешь их точку зрения, понимаешь? Не об этом я мечтала. Выбираем. Просто, блядь, чтобы... The waves on the grateful tides when the evening shadows fall, and the only sound of the great wave pound is a lonely seagull's call. They say he died in a mean rip tide where the river meets the sea. Now he seeks the earth that once gave him birth, but the ocean won't let him free. The phantom surfer rides the waves, but he never sure, for the sea he loved, loved him in return, and he rides there forevermore. А что вы, ребята, думаете, что в этой стране тяжело заработать бабки? Я что-то вообще не понимаю. Просто нужно слушать, что говорят люди, вот и все. Ну, обычные, стандартные люди. То есть. Ну, понятно, что там 90% страны дебилы, но в чем прикол, что их 90%? А если их 90%, это что значит? Что это большинство? А это значит, что это, блядь, коллективный разум. То есть вся ценная информация у них. Просто что они дебилы, ну, они не слышат, что они говорят. А правильные люди понимают. Например, как мой один там корешок смекалистый. Значит, в 2003 году, расскажу вам сейчас историю, попёрся он к одноклассничкам навстречу. А там было сборище, ну, вот реальных дебилов, значит. Он приходит туда, они бахнули по пару стопок, он спрашивает одного из этих диагонов, говорит, слушай, есть ли в твоей жизни какая-нибудь такая история, что ты вообще не можешь забыть, вот вообще не можешь забыть. Он говорит, есть такая, ну какая. Он говорит, слушай, в детстве мне мама дарила Деда Мороза, блядь. Каждый Новый год нового Деда Мороза. У него была там, ну, другая шапочка, разного цвета шапочка и кофточка, типа с новой коллекцией Барби. Вот.
Но это он думал, что новый Дед Мороз. А прикол в том, что сучка-мамаша, блядь, просто каждый Новый год отшивала ему разного цвета шапочку и кофточку, потому что работала на каком-то там хреновой фабрике, блядь, швеей. Вот так. Ну и мой этот корешок, незадолго задумываясь, не успел даже посочувствовать тому, бля, обиженному на жизнь бобру, пиздует домой, открывает налоговый кодекс нашей чудо-державы. Вот. А смотрит тогда в то время по налоговому кодексу, значит, по-моему, 20% возвращалось от стоимости вывозимого товара за границу. Вот, и уже через 2 недели у него была открыта такая конторка под названием «Папа Карло». Значит, эта конторка занималась вывозом дерева за границу. А 20% стоимости им ляпало каждую неделю стоимости дерева этого. Но суть в том, что дерево это, блядь, ездило одно и то же по этим вагонам, туда-сюда, кругами, но даже белого света не видел это дерево, блядь. А вагончики перекрашивались в Польше, блядь. Ездили они, короче, как тот Дед Сраный Мороз. Вот так, ребят. Такая хуйня. Да. Опыт работы есть? Есть. Кастетом, ножом, пистолетом. Все сделал. Когда я говорю о выполнении работы, я говорю о ее выполнении на максимально профессиональном уровне. Это означает заметать следы. Чтобы ни у меня, ни у мистера Шустрого, ни у тебя с братиком не было проблем. Прошло 5 минут. Ты говорил, он будет через 2. Где он? Да мы это, Миги там ели внизу. Отравился, срёт. Извините. Срёт? Срёт? Может, обозрёте всю комнату нахуй! Блядь. Послушай меня сюда. Делаем всё красиво. Не оставляем следов. Не обсираемся на задании. Нам всем не нужны проблемы. Не знаю. От 15 до 30 в день. Около того. Кто там, блядь, считает? Вы что думаете, это меня как-то гнетет? Тут так. Если тебя это как-то гнетет, эта профессия не для тебя. Я вам вот что скажу. Думаете, есть какая-то разница? Трахаться с одним ублюдком, который тебя отвращает, и называть его своим мужем? Или трахаться с разными ублюдками? И там одно дерьмо. Только во втором случае тебе платят больше. Слушай, если ты мне сказал, что что-то со мной не так, я бы взяла самый большой самотык из своей коллекции и сунула бы тебе его в задницу. Я клитор могу дать на отрез, что тебе бы это понравилось. Была у меня девка одна. Тоже душу мне изливала, как в этой книжке. Говорит, ты не сразу выбираешь свою судьбу. Нужно родиться в этом усраном квартале, в обоссанных подъездах, где разит этой мочой, где каждый второй алкоголик и наркоман. Потом, говорит, ты идешь в школу, там учителя от зависти. То, что у тебя есть надежда хоть какая-то в жизни что-то изменить, тебя выбивают унижениями, говорит.
все 10 лет. А потом ты идешь домой, к маме, к папе. Рассказываешь это, и они тебе не верят. Говорит. Да, конечно, говорит, не верят. Ведь у них стена, говорит, непонимание. Как они могут тебя понять, если они тоже в жизни ничего не могут поменять? И потом со временем ты, говорит, принимаешь точку зрения всех. Потому что можно сойти с ума со своей точкой зрения. Да заебало меня все это. Я взял ее и уебал бутылкой. Джека. Дэнис. Так я, блядь, уебал, блядь, что-то нахуй, как в американских фильмах. Вот этот гейзер, знаешь, как сбивают на обочине. Гидрант. Все, сука, кровью забрызгал. Охуенно, ребят. Поздравляю. Вы облажались. Крупно облажались. Нет. Не чтобы сделать, как я вас просил. Вырвать зубы, выколоть глаза, пальцы отрезать на крайняк. Вы же возомнили себе шаками и вами Кусто. Напихали камней в жопу и отправили эти два трупа плавать по Днепру. Как так-то план охуенный. Настя давно. Одно малюсенькое, но детишки. Детишки, лепящие пасочки на берегу Днепра, увидели это! Позвали своих родителей. Те, в свою очередь, вызвали ментов. Знаете что? Великовозрастные долбоебы. Берете свои паспорта и ебуйте в Мексику. Расскажу тебе одну историю, Амиго. Дело в том, что один мексикашка в свое время очень сильно торчал на наркоте. Наркота, казино, шальные бабки. И вот этот мексикашка в определенный момент просрал очень большую сумму денег. Эту сумму денег ему неоткуда было вернуть. И вот назначили за яйца мексикашки $150 000. И вот эти яйца выкупил некто мистер Шустрый. Догоняешь, о чем я говорю? Я вижу, что догоняешь. И вот дело в том, Амиго, что за 5 лет долга 150 000 превратились в 700. Но я думаю, ты очень обрадуешься тому, что твое сраное гражданство хоть в чем-то тебе помогло. Дело в том, что два уебка, которые работали на мистера Шустрого, провалили дело. И вот теперь они прохлаждают свои задницы на побережье Мексики. Ты все понял? Это карбоновый. Его можно проносить через аэропорт. Работает. У порога он мне сказал такую фразу: мир из-за своего беззакония будет считать его за ничто. Они бичуют его, а он терпит. Они бьют его, а он терпит. И я тогда пиздец как завелась. Нет, ну реально, меня реально понесло, понимаешь? Я говорю, мы пошли в комнату, там было все. Тупо все, полный фул, понимаешь?
флогеры, доминирование, связывание. А потом я решила побаловаться с током. Я завязала ему глаза и решила сделать сюрприз. Кто ж, блядь, знал? Кто ж знал, что у него какой-то кардиостимулятор стоит? Вообще такой не впервые слышу, понимаешь? И, может быть, все окей у меня бы было, но я поперлась на похорона какого-то хера и услышала там от батюшки такие же слова, как и он говорил, понимаешь, то же самое. Я теперь не понимаю, к чему это, о чем это, с чем пришел, с тем и ушел, или как. Хлебни с дороги, амиго. Как дела в Мексике, амиго? Привез мне какие-нибудь хорошие новости, чтобы мне было чем порадовать мистера Шустрова? В аэропорту тормознули. Кардиостимулятор запищал, сука. Я же очканул, думал, все пиздец. А так все нормально. Нашел я их, этих братков. Распивали текилу в одном местном баре. Там атмосфера такая дружественная. Все веселятся, знакомятся, танцуют. Они даже, сука, загореть успели немного. Подсел я к ним и говорю, хочу угостить таких бравых ребят чем-то хорошим. А? Бутылочку рома выпили с ними. Потом я ее об одну стойку и в шею одному второму. Крови было столько. Целый аквапарк можно было набрать. Красавчик ты, Мия. Вот что-что. А это у тебя, конечно, охрененно получается. А если у человека что-то получается хорошо, то нужно это делать каждый день. Есть у меня к тебе еще одно дело, Мига. Я такой человек, не люблю оставлять хвосты. Дело в том, что у этих ублюдков, которых ты завалил в Мексике, есть сестренка. Пиппи. Не хочу попасть на какую-нибудь такую тему, типа личной мести или еще что-то такого плана. Поэтому мне нужно, чтобы ты ее убрал. Ну и она неплохая такая. Можешь ее трахнуть перед этим. Расскажу тебе одну историю, маленький Бобби. История это про то, как некто мистер Шустрый нанял на работу двух уёбков. И вот этих двух уёбков, Бобби, он отдал тебе по покровительству. И проблема не в том, что эти уёбки провалили дело. И проблема, Бобби, даже не в том, что ты попытался сохранить этих уёбков и отправил их в Мексику. Потому что мистер Шустрый нашел одного из своих должников, амиго. И тот полетел в Мексику. В Мексике он их убил. А самая большая проблема в том, Бобби, что у этих уёбков здесь осталась живая сестра. Бешеная Пиппи. И вот после этого наш амиго отправился к бешеной Пиппи по поручению мистера Шустрого. Но эта бешеная сучка убила его током. И наш бесславно павший амиго ушел на тот свет. А мистер Шустрый лишился 700 тысяч долларов. Так вот,
теперь твоя задача, Бобби, принести мне ее отрезанную башку, чтобы я читался перед мистером Шустром. Либо башку отрежу тебе. Вы любите Галину Бланку, мистер Клерк? Дело в том, что вчера возле детского садика местные жители нашли маленькую девочку, сваренную в кипятке, блять, как курицу, сука. А в ее маленькой сваренной ручке был маленький плюшевый мишка. И вот поговаривают, что мистер Шустрый знает, кто это сделал. Но вам крупно повезло, мистер Клерк. Потому что у мистера Шустрого сейчас очень большие проблемы. И одна бешеная сука, Пиппи, уже убрала двоих его людей. И вот эта бешеная сука Пиппи очень похожа на маленькую девочку. Кстати говоря, я не знаю, как эта информация будет вам полезна или нет. Может быть, это вас интересует. Хорошего дня, мистер Клер. Бобби. Амиго. Даже мистер Клер. Что же ты, сука, за несчастье-то такое, а? Что там мучишь, блядь? Зажарила я твоего Бобби. Не сожрала. Зажарила я твоего клерка. Посолила, полила соусом барбекю и сожрала, слышишь? В комнату! Амиго рассказывал, что когда он твоих братьев варил, крови было, блядь. Целый аквапарк можно было набрать. Мой папа перед тем, как убить мою маму, сказал, хочешь сделать что-нибудь хорошо? Сделай это сам. Задание, сука, обосрете всю комнату, обосрете всех жертв, обо... Нет? Дима, стоп, уже стоп. Уйди в одну фразу с головой. Потом ты идешь в школу, говорит. Там тебя учителя. Сыграют! Блять,
он хорошо начал. Но я не могу поверить, что у меня такой уёбок дома делает. Блять, так тяжело держаться, так тяжело держаться. Бля, ребята, давайте, я ж, блядь, это сцена Галина, потому что сначала. А ну типа, блин. Типа ты кокса не спустись вниз. Понял? Не, ну прям проведи, вставай. Да? Да нет, так ты сам. Ну, не дай мне ходить. Не нюх, не нюх. Это я тебя спрашиваю, как дела у меня, я мир. Не, нахрен ты это играешь, ты нормально писать? Ну, он типа не так. Не, я же не знаю. Нет? Принеси тебя. Шучу. Не мам, ничего. Ну нет, да это просто, ну как бы, типа там возьми, как никогда. Бля, я никогда этого не делал, поэтому хуй его знает. Крови было жуть. Целый капак можно было наполнить. Красавчик, мне. Вот что-что у тебя хорошо получается. Охрененно. Все проебался. Да, туши. Включай музыку. Мой папа, перед тем, как убить мою маму, сказал, хочешь сделать что-нибудь хорошо? Вот как раз кричишь, как раз это. Башку видно, башку видно. Башку видно. И ты орешь. Глаза широко. Нет, блядь, не включай, я сейчас тебе хочу показать, что я сделаю, что тебе нужно включать. Да. Да. Ничего, продолжай. Урод, ненавижу. И я закрою рот, например, и ты включаешь музыку. Понял, в чем смысл? Она не может сама перестать мычать, надо что-то сделать. Okay. И, например, я включаю, да? Блять. Давай еще раз, сука. Просто включи музыку, я закрою рот, ты включаешь музыку. Выбираем. Да, может, ты не сразу. Ты думаешь, я сразу выбрала быть проституткой? Сначала нужно было родиться в усранном квартале в Усаном, где воняет мочой, где каждый второй алкоголик и наркоман, блядь. А потом, сука, пойти в школу, где учителя уёбки на протяжении 10 лет вбивают, блядь, сука, топчут тебя. В грязи, нахуй, месят тебя, сука. Замещики хуевые. Замещики хуевые. Достали ножны и заражён. Так, села, пошла второй. Блядь, вот что скажу. Если ты думаешь, что меня волнует, что ты думаешь, то меня нихуя не волнует, понятно? Если бы ты сказал, что что-то со мной не так, я бы взяла, сука, самый большой самотык из своей коллекции и воткнула тебе его в задницу. Я клитер могу дать, что тебе бы это понравилось. Мне нравится, как ты кривляешься, сука. Посмотри, сколько там страничек, только посмотри. Это шандюра. 699 страниц, как я их не могу понять. 699 страниц. Не, ну... Может, тебе хвоста? Ты женат. Ну, Кать. Ебать. Я говорю, тебя отхлестать, она говорит, ты жена. Ну да, ты не знаешь, что такое. Что? Сейчас, я думаю. А, ну пошли жрачку заказывать, да? Все, ты давай, ты не поняла там? Да? Ты уже ебнула вискаря? Нет. Блядь, это приставка. Да.
Ты будешь ее держать, эту штуку? А что? Ну да. А что, нельзя? Она просто не мешает? Не, ну мешает. Я не знаю, на Библию положу потом. Я потом она. To my baby on my way